Топ-3 нелюбимых блюда шефа. О, кипяченое молоко с пенкой. Брюссельская капуста в каком-то яичном соусе. Один раз пробовал, вообще трэш. У меня такое ощущение, что... Извините, пожалуйста. И третье. Жирное мясо, пожаренное на гриле. Знаешь, вот когда не постное мясо, когда немного мяса, вот бывает рибай такой жирный-жирный. Вот те жиры пожарили говяжий, фу, говнище полное. Да.